было не менее эмоционально, правда, совсем по другому поводу. Здесь, в стенах Бетцеля радиокомпании, в прямом эфире белорусы выбрали свой голос на Евровидении. За право отправиться на конкурс в Киев сражались 13 претендентов. Среди них звезды шоу «X-Factor», «Голос», начинающие артисты и даже уличный музыкант. Кроме живого исполнения, участники удивляли трюками с переодеваниями, невероятными прическами, увесистыми декорациями и даже настоящей ледяной глыбой на сцене. Впервые в истории национального отбора зрители смогли заглянуть за кулисы проекта. Конкурсанты ожидали своего выхода на сцену и оценивали выступления соперников в грин-руме под прицелом телекамер. Победителя проекта определили зрители и жюри. Голоса посчитали 50 на 50. Максимальную оценку получил Нави Бенд с песней «История моего життя». Прямо сейчас триумфаторы в студии главного эфира. Артем, Ксения, добрый вечер. Добрый вечер. Прежде всего, наше поздравление. Спасибо большое. Вот вы победили, на самом деле, с белорусскоязычной песней, но, как показывает практика, на Евровидении, как правило, выигрывают англоязычные хиты. Скажите, нет ли идеи, может быть, хотя бы частично перевести свою композицию, чтобы быть более понятным для международного слушателя? Для нас важно заспевать по-белоруску, и мы вырашили, что перекладать песню мы не будем. Мы зараз, уже одразу после отбору, отрымливаем великую колькость комментариев от публики из разных краин. Яны перепевают эту песню нашу, им вельми подобается «Хей-хей», яны вельми чапляют гэты мотив, и я думаю, что проблем у гэтым не будет. Ну вот вы поете на белорусском, но мы знаем, что так. Можете похвастаться сотрудничеством с зарубежными звездами, например, Дианой Арбениной, Евгением Гришковцом и даже звездой секретных материалов Джиллиан Андерсон. Что за история, расскажите? Ну, гэта было вельмі даўно. Я ўдзельнічала ў дзіцячым кінафестывалі, і яна была адна з зорак, якая прыехала падтрымаць гэты фестываль, і мы так раззнаёміліся, і ей вельмі спадабалася, як я спявала. Я для яе праспявала нейкую песню беларускую, ці Купалінка гэта можа была, не памятаю. Ну і ўсё, проста спрабавалі там нешта зрабіць пасля, яна мяне шукала праз 3 месяцы, пра сваіх сяброў. Але, канешне, мне было толькі 13 год, і я яшчэ там зусім маленькая была, не было такога прафесійнага вопыта. Але для мяне гэта такі класны момант у жыцці быў, засталося ў памяці. Ну вот вы покорили сердца публики, но при этом, насколько мы знаем, разбили свое евровизионное сердце, ту самую награду, которую вам вручили за победу в национальном отборе. Расскажите, как так получилось? Это было очень эмоционально, потому что нас объявили победителями, а ни гитары, ни ушного мониторинга нет, и звукорежиссер подносит микрофон и говорит: «Все, давайте». И у меня это сердце в руках, я его ставлю. И потом в эмоциях я кружился такой радостный, и я понимаю, что что-то задел. И что-то вот упало. Смотрю, думаю, ну, на счастье, значит. Нам потом напомнили, что это стеклозавод Нёман, да, делает. Мы решили, что если вдруг Нёман, у вас есть к нам какие-то претензии, приглашайте, мы выступим на вашем корпоративе. Что ж, еще один вопрос. Как вы оцениваете свои шансы в Киеве? Потому как, сколько отзывов мы получаем от иностранцев, от еврофанов, мы думаем, что мы сможем зажечь, что мы сможем устроить праздник, что все смогут с нами вместе заспевать и станцевать, и отчуть нашу позитивную песню, потому что она вельми легкая, вельми простая, и она счастливая. Надеюсь. Вы успели почувствовать, что в Беларуси вы стали намного более популярны вот после этой победы на национальном отборе? Я не знаю, социальные сети, там звонки, смс-ки. Вот, что происходит сейчас? Ну да, телефон очень разрывался, и в социальных сетях нам много писали, и мы стараемся отвечать каждому, очень стараемся. Спасибо огромное всем за поддержку. Для нас это невероятное вдохновение идти дальше и сделать все возможное на конкурсе Евровидения. Ну, Артем, Ксения, спасибо. Будем, несомненно, переживать за вас спасибо. В Киеве. Вам там удачи. И, конечно, не можем отпустить вас без исполнения вашего хита. Ну, а мы, Сергей Гусаченко и Полина Шуба, прощаемся с вами. Увидимся в следующее воскресенье. Счастливо! Покидай.
грає, у серці тримає. Ідем далі. Історія моєго життя буде святіть яче, яче. І в нашій крилі сонце зайграє. Вся прикажу ось твоїх очей. Початкам нових жадань і ліпших ідей. Історія мого життя.